arada kalabiliriz. Gönüllüleri öğrenmek istiyorum. Именно эта драматическая картина открыла неделю турецких фильмов южной столицы. Лента повествует о судьбе османского фрегата «Эртугрул», который затонул у берегов Японии в конце 19 века. И хоть тогда море унесло жизни более 500 человек, все же 70 счастливчикам удалось выжить благодаря помощи местных жителей. На кинофестивале не обошлось и без турецких артистов. Актер Кенан Эджей, исполнивший главную роль в «Эртугруле», специально приехал в Алматы, чтобы представить картину всем кинолюбителям. По словам артиста, его персонаж — это пример сильного духом человека. Я играю лейтенанта, которого спасли японцы. Мой герой проходит через боль и трудности, теряет смысл жить дальше, но все же осознает ценность своей жизни и возвращается к себе на родину полным новых целей. Оценить плоды турецко-японского тандема пришли не только киноманы, но и наши отечественные актеры. Артура Тулепова не оставила равнодушным именно игра японского актера. По словам артиста, колоритная внешность и безупречная игра Утина Масаки его просто поразили. Во-первых, надо отметить игра актеров. Пронзительная игра, сюжет, не скажу, что основан на реальных событиях. Запомнился мне, конечно, японский актер. Такой очень фактурный, очень талантливый актер. Так что всех зову на этот фильм прекрасный. Ну а оценить турецкие фильмы можно до 31 мая. Так что спешите, тем более, что в